Братья и сестры, мы находимся на месте Джамарат, кидаем камушки, шайтану. Не то, что здесь образно, здесь шайтан, но это нагасик, это то, что мы повторяем за нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Ибрагим, алейхиссалям, вел своего сына Исмаиля, алейхиссалям, чтобы принести жертву, шайтан делал его связь, нашептывал, чтобы он не шел, не подчинялся Аллаху, субханаху тааля, он прогонял его. Поэтому мы, когда кидаем здесь, тоже душевно прогоняем шайтана, вспоминая свои грехи, просим Аллаху, субхану тааля, чтобы он сделал наш имам сильнее, чем козни шайтана, чтобы мы смогли в тот момент, когда шайтан призывает нас согрешить перед Аллахом, субхану тааля, слушаться Всевышнего Аллаха, чтобы могли своим иманом сопротивляться этому шайтану. Аллах, субхану тааля, сказал, субхану тааля, «Инна кейда шайтани кейна даида». Если козни шайтана, иблиса, они слабые, а верующие мусульмане, он сильный. И все это сделано, предписано для того, чтобы возвеличить имя Аллаха. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннама джу'иля тавафу аль-бейт, ас-сайи байна ас-сафа валь-марва, ва-рамью аль-джимар ли икамати зикриллах». Если Аллах, субхану тааля, приказал делать таваф вокруг Каабы, проходить между сафа и марва сайи, кидать джамарат для того, чтобы возвеличить имя Аллаха, субхану тааля. Мы сюда пришли муахидин, единобожниками, поклоняющимся Аллаху, одному Аллаху, субхану тааля. И скажем, что мы Аллаху Акбар, Аллах только один великий, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Кидаем это по 7 раз.